17 августа 2018 года, пятница. Потеряевка. Виталий Калиников работает, помогает сегодня Пупков до обеда, чтобы Виталия забрать съемки соревнований по там дрессировке собак. В Бийск едут, и батюшка с ними. Не, ну надо этот убрать, сучок, как не крутить. А зачем? Ну как зачем, она плотнее встанет. Давай, уберем. Вы здесь узенькую поставьте сейчас, а эту широкую, она сразу закроет все щели. И когда один бьет, другой не смотри, как он бьет. А вторым подготавливай доски. Вертикально ставь их, подготавливай. Топоры не точно, пила тупая. И даже вот так вот, сейчас надо посмотреть, что у нас сюда будет. Что мы будем делать? А не широкую. Да какая есть, по три. Так вот работаем. Это готовится к поездке, это уже к этой теме. Для чего Сергея сюда и послал, чтобы Виталия как бы подменить. Потому что полдня в пятницу Виталия не будет, они уедут в 12 часов.